Идеальный мужчина для женщин разных знаков зодиака. У женщин разных зодиакальных знаков есть свой типаж мужчины, так сказать, свой идеал, к которому она всегда стремится и иногда даже находит. Давайте посмотрим, кого же на самом деле ищут наши женщины. Идеальный мужчина для женщин разных знаков зодиака. Женщина – Овен. Овны – женщины сильные и прямолинейные. В них четко развито чувство независимости. Кроме того, они стабильны и все их действия логичны. Овны всегда имеют холодный ум. Они готовы ко всему, что готовит для них судьба, неважно, хорошее это или плохое. Пара. Рак, раки очаровательны. Их энергия сильно привлекает овнов. Рак получает истинное удовольствие от таких сложных овнов и стараются сделать все возможное, что леди были довольны. Рыбы, они хорошо понимают натуру овнов. На рыб всегда можно положиться. Не пара. Близнецы, не дайте близнецам себя одурачить. Возможно, между вами вначале вспыхнет страсть, но близнецы чересчур эмоциональны для уравновешенных овнов. Лев, доминантность львов претит независимым овнам. Эти два знака никогда не построят совместного счастья. Женщина-телец. Тельцы получают настоящее удовольствие от роскошных предметов. Они преданные друзья и партнеры. Вместе с тем, женщина-телец всегда остается загадкой, которую мужчины пытаются отгадать. Пара. Телец для женщины-тельца мужчина ее же знака может стать настоящей родственной душой. У этих знаков есть все шансы для создания крепкого союза. Рак, раки прекрасно понимают чувствительную натуру тельцов. Они прекрасно дополняют друг друга на энергетическом уровне. Не пара. Лев, львы чересчур требовательны к тельцам и к их любви к отдыху и развлечениям. Львам быстро наскучивает однообразный ход жизни тельцов, а женщины-тельцы, в свою очередь, устают от постоянных понуканий львов. Стрелец, у женщин-тельцов априори не может быть ничего общего со стрельцами. Она слишком расслаблена, он слишком приземлен и напряжен. Женщина-близнецы. Близнецы мечтательны и романтичны. Жизнь всегда к ним благосклонна, поэтому они полны доверия и любви. Близнецы дружелюбные, обожают приключения. Люди любят их, а они, в свою очередь, могут везде обрести друзей. Пара. Рак. Зараки находятся в поисках настоящей любви. А женщины-близнецы – именно те, кто эту любовь может им дать. Эти знаки понимают друг друга с полуслова. Весы, весы и близнецы прекрасно дополняют друг друга, он независим, она гибка. Они никогда не устанут друг от друга. Не пара. Скорпион, близнецы слишком расслаблены и легки для сурового скорпиона. Он слишком ревнив. Близнецы предпочитают стабильность, а не вулкан чувств. Дева, мужчина-дева слишком спокоен для близнецов. Его безэмоциональность может выводить женщину из себя. Женщина-рак. Она амбициозна, но вместе с тем добра к окружающим. Раки чрезвычайно эмоциональны и чувствительны. Это и привлекает людей. Женщина-рак обладает великолепным чувством юмора и обожает смешить других. Пара. Весы, весы стабильные, уверены в себе. Он предпочитает удерживать баланс между личной и профессиональной жизнью. Он идеально подходит женщине-раку, а она ценит его надежность и уверенность. Телец. Телец стабилен и приземлен. Но он умеет развеселить рака и дать ей те эмоции, в которых она нуждается. Не пара. Скорпион, он слишком напористый и страстный для рака. Чрезмерная ревность обоих знаков не позволит им создать стабильное отношение. Дева, оба знака стеснительны в выражении своих чувств. Отсутствие необходимого общения со временем приведет к настоящей любовной катастрофе. Женщина-лев. У женщины-льва раздутое эго, о чем она прекрасно знает. Она любит, когда ею восхищаются. Когда она находит свою вторую половинку, львица становится невероятно преданной. Мужчинам она дает сил для новых достижений. Пара. Близнецы, джентльмен с добрым сердцем способен дать львице настоящую любовь. Он восхищается ее твердым характером и целеустремленностью. Скорпион, в отношениях с львицей скорпионы никогда не доминируют. Оба знака общаются на равных. Однажды соединившись, они никогда не разлучаются. Не пара. Водолей. Водолей чересчур свободолюбив для львицы. Она нуждается в том, кто постоит за нее и никогда не предаст. Водолей в нужное время, скорее всего, будет отсутствовать или витать в облаках. Козерог, свободолюбивая натура Козерога не сочетается с целеустремленностью женщины-льва. В отношениях с львицей нужно подстроиться под определенную систему, что Козерог никогда не согласится сделать. Женщина-дева. Дева всегда витает в своих мыслях. Она рассудительна и спокойна. В глубине души дева очень уязвима, но она пытается это скрыть. Деву сложно разгадать, но если однажды вы сумеете это сделать, она будет навеки вашей. Пара. Весы. Мужчина-весы упорно следует своим убеждениям. Если он положил глаз на деву, он не отступит, пока не завоюет ее сердце.
он умеет заботиться. И никогда не разобьет ее сердце. Козерог, Козерогу удается вытащить деву из ее раковины. Его не пугает ее таинственная натура. Если Козерог завоюет доверие девы, она по-настоящему откроет ему свою душу. Не пара. Рак, оба знака чересчур чувствительны, это мешает создать стабильное отношение. Деве подходят более приземленные знаки. Рыба, как и дева, рыбы чересчур скромны и покорны. Эти двое никогда не смогут создать крепкие отношения. Женщина-весы. Весы – самый сознательный знак из зодиакального круга. Женщина-весы знает, чего хочет и никогда не отступит, пока не добьется своего. Логично и уравновешенно. Никогда не согласится на меньшее. Она приземленная и коммуникабельная. Пара. Стрелец-стрелец, полная противоположность весов, но именно это сближает два знака. Он как альфа, она омега. Она чувствует себя очень гармонично вместе. Лев, лев и весы, настоящие родственные души. Они прекрасно дополняют друг друга. Не пара. Козерог, козерог чересчур расхлябанный для целеустремленной женщины весы. Она видит в его свободолюбии лень. Страсть может быстро вспыхнуть между ними и также стремительно погаснуть. Рыбы, весы терпеть не могут чувствительных рыб. Она всегда прямолинейна, а рыба это выводит из себя. Женщина-скорпион. Самый неоднозначный знак. Она очень эмоциональная, ревнивая и вместе с тем страстная. Она требует от мужчин многого. А странный язык. Скорпион – очень сильная женщина, но если ее завоевать и покорить, то вы счастливчик. Пара. Козерог. Терпение и умение мыслить в критических ситуациях, присущие Козерогу, покоряют женщину под знаком Скорпиона. Скорпион и Козерог наслаждаются обществом друг друга. Лев, льва привлекают страстные скорпионы. В компании таких женщин они чувствуют себя в своей тарелке. Не пара. Скорпион, отношения двух скорпионов могут вылиться в настоящую войну. Такой накал страстей не присущ другим знакам зодиака. В конечном счете, отношения могут закончиться очень плачевно. Близнецы-близнецы чересчур романтичны для скорпионов. Она считает его смазливым, а он восхищается страстной женщиной-скорпионом. Женщина-стрелец. Женщина-стрелец не боится ничего. Она обожает свободу и приключения. Это настоящая женщина-драма. Она всегда следует своему сердцу, куда бы оно ни вело. Когда речь заходит о любви, она ищет сообщника, который разделит с ней стремление завоевать мир. Пара. Овен, взгляды Овна и Стрельца совпадают, они смотрят в одном направлении. Они любят веселье, легки на подъем. Их отношения полны любви и радости. Водолей. Мужчина-водолей всегда помогает расти Стрельцу как личности. Он поддерживает ее жажду приключений, и они оба наслаждаются совместной жизнью. Не пара. Телец. Тельцы и Стрельцы – две противоположности, когда речь идет о любовных отношениях. Тельцы чересчур приземлены для витающих в облаках Стрельцов. Дева. Мужчина-дева нуждается в строгом распорядке жизни. Не да бог отклониться от курса. Стрельцу такое не подходит, она слишком занята, что следить за ходом жизни. Женщина-козерог. У них превосходное чувство юмора. Козероги могут быть серьезны и замкнуты в себе, но вместе с тем они терпеливые и настоящие асы в решении проблем. Козероги могут взглянуть на ситуацию со стороны и увидеть пути ее решения или обхода. Пара. Рыба с первого взгляда – эта пара не подходит друг другу. Но козерог прекрасно уравновешивает рыб, обеспечивая себя и партнера уверенностью и стабильностью. Рыба, в свою очередь, привносит немного света в серьезную жизнь Козерога. Дева – это две родственные души. Им комфортно друг с другом, хотя дева иногда может выкинуть что-нибудь этакое, что не укладывается в рамки Козерога. Не пара. Лев Козерожек убивает непредсказуемость львов. Он обожает быть в центре внимания, она же считает это блажью. Практичная Козерожка слишком холодна для горячего льва. Овен, он беззаботный и плывет по течению, она целеустремленная и знает, чего хочет. Козерожка нуждается в партнере, который умеет фокусироваться на будущем, Овны же слишком заняты для этого. У них впереди новое приключение. Женщина-водолей. Женщина-водолей всегда движется вперед. Это творческая личность, стремящаяся к совершенствованию. Она не любит сидеть на месте сложа руки. Водолеи, однако, не умеют показывать свои истинные чувства. Женщина-водолей ценит свою свободу и возможность действовать так, как она желает. Терпеть не может, когда ей указывают. Пара. Весы-весы прекрасно дополняют женщин-водолеев. Оба знака любят общение. Весы ценят в водолеях творческую составляющую и ум. Обоим комфортно в таком союзе. Близнецы, такой союз привлекает внимание окружающих. Близнецы, возможно, единственный знак, который может удержать водолеев на всю жизнь. Не пара. Скорпион, скорпионы слишком ревнивы, что выводит из себя свободолюбивых водолеев.
скорпионов со временем начинает раздражать непокорность водолеев, и союз распадается. Рыбы слишком требовательны для свободных водолеев. Как и скорпионы, рыбы нуждаются во внимании и повышенной заботе. Женщина-водолей признает отношения, где она чувствует себя свободно и непритеснённо. Женщина-рыбы. Рыб сложно понять. Они чувствительны и эмоциональны. Рыбы – творческие личности. Они скромны, милы и немного легкомысленны. Пара. Рак и рыба на одной волне. Они сами удивляются тому, насколько они дополняют друг друга. Рак – защитник, а рыбы так в этом нуждаются. Козерог – козероги заземляют витающих в облаках рыб, дают им опору и поддержку. Он восхищен ее чувствительной натурой, а она обожает его мудрость и уверенность. Не пара. Близнецы чересчур прямолинейны для ранимых рыб. Ей больше подходят такие же чувствительные и романтичные знаки. Весы, как и близнецы, слишком приземлены для рыб. Холодность и неприступность весов пугает рыб. Слез в таких отношениях не избежать. Плакать будут, конечно, рыбы. Друзья, независимо от того, верите ли вы в гороскопы или нет, они существуют веками. Многие поколения смотрели на звезды и движение планет, чтобы улучшить различные аспекты своей жизни. Вы много можете узнать из своего гороскопа, сформировать вашу точку зрения, улучшить свою жизнь. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и не пропускайте новых выпусков. Не забывайте нажимать на колокольчик и писать в комментариях. Мы вас любим. До новых встреч. Благодарим за просмотр.